Канал Бабкин ТВ – это бесконечный поток юмора и хорошего настроения. Портал, который заражает настроением на целый день. Канал для тех, кому хочется поднять себе настроение хорошей шуткой, анекдотом, смешными историями, пранком и нелепыми ситуациями. В общем, скучно не будет. Присоединяйтесь. Кто не подписался на канал, без настроения остался. Зоопарк со знаменитой и очень редкой гориллой приходит парочка. Они спрашивают, а им отвечают: «Вы опоздали, мы уже закрываемся». А тот мужик говорит: «Поймите, мы специально издалека приехали с женой посмотреть такой». Служащий зоопарка спрашивает: «Так это что, ваша жена?» Муж говорит: «Ну да». Служащий зоопарка говорит: «Стойте здесь, я сейчас приведу гориллу, она должна такое видеть». Не люблю, когда много работы и когда его мало. А чего ты любишь-то? Я вообще работать не люблю. Тигра и льва призывают в армию. Лев говорит: «Давай сбежим. Тебе-то ничего, а мне криву жалко». Тигр говорит: «Подожди, может там не так уж и плохо? Вон идет мышь в форме, давай у него спросим. Эй, мышь! Как там в армии-то?» А тот отвечает: «Какая я тебе мышь? Я ёжик в самоволке». Приходят три медведя домой. Смотрят. Медведь говорит: «Кто сидел на моём стуле и сломал его?» Медвежонок говорит: «А кто сидел на моём стуле и тоже сломал его?» Медведь говорит: «Кто ел из моей тарелки?» Медвежонок говорит: «А кто ел из моей тарелки?» Медведь говорит: «Кто лежал на моей кровати и смял его?» Медвежонок говорит: «А кто ел, лежал на моей кровати и смял его?» Тут заходит медведица и говорит: «Заткнитесь вы, у нас деньги украли!» Блинка! Фея собирает Золушку на бал. И поедешь ты, Золушка, на машине Лада Калина. И запомни, ровно в полночь, а может и раньше, хотя, может, любой момент. Надо лучше поездай-ка лучше на тыкве. Я тут вчера у нарколога был. Он мне сказал, что действительно вредно пропускать рюмки водку перед едой. Ну, конечно. Раз пропустишь, два пропустишь. А потом, гляди, и пить бросишь. Блинка! А что это? Овсянка, сэр. А почему она чирикает? Птица, сэр. Говорят, счастье – это найти того, кто искал вас. Если, конечно, это не уголовный розыск, не коллекторное агентство, не дальние родственники, о существовании которых вы даже не догадывались, или муж вашей любовницы, который о вас догадывался. Моя жена так готовит, пальчики оближешь. Так уж и оближешь. Ты не знаешь мою жену. У нее попробуй не оближи. Любовник спрятался на балконе слишком рано, поэтому муж узнал об измене жены, даже не дойдя до дому. Кандидата на митинги забросали тухлыми яйцами. А я слышал, что были и аплодисменты. Да, при метком попадании. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Дай ему.